Сколько, 77, да? Понятно. По карте у вас здесь? Да. Нет, карта моя. Здесь все? Я уже плачу. Можно идти? Соня? Инструментальный мир Ленина, летний 24. Так, полчаса мы искали большой сальник. Вот этот вот 12-28-6 с бортом, который, блядь. И 12-22-5. Так, она, блядь, нихуя себе. Спасите, блядь. Со смазки, я думаю, что там за говно, блядь, прилипло, грязь, что ли, какая нахуй. А этот сальник уже с этой, с хуйней. Простите, блядь, какого-то литого нахуярили, ебать. Вот такая вот маркировка, блядь. То есть это от бензокосы какой-то, блядь. То есть видим ярко выраженную, как, блядь, сказать, фаску, не фаску, ну вот этот вот уголок, к которому уплотняется сальник сам. То есть здесь, блядь, практически все плоское, хотя сальники вроде бы новые, я точно не знаю, вроде бы Дмитрий их менял. И здесь вот тоже такая вот слабо выраженная фаска, то есть они какие-то, блядь, сальники нахуй все пылью пошли, блядь, под вишку нахуй. И вот, если кому-то надо, если у кого-то есть в городе магазин «Инструментальный мир», то есть сальник коленвал ДДЕ 12286 CS250-2512 правый. И вот артикул его 790-038-17. То есть вот под этим номером в «Инструментальном мире» есть вот такой вот сальник большой с бортом. Ну и еще раз повторяю, что два сальника обошлось 77 рублей со скидкой. То есть большой 48 рублей и маленький 29, блядь. То есть если вы будете покупать где-то в каких-то, блядь, левых мастерских, то цена маленького сальника будет примерно полтос. В лучшем случае. Так, большой сальник на Авито. Фу, блядь, Авито нахуй. На Озоне где-то 100, блядь, то ли 100, то ли 100, то ли 120, то ли 140 рублей. Ну, такой сальник, блядь, один. Так, тут он 48 рублей, блядь. И не абы какой хуйня, блядь. То есть ДДЕ, блядь, фирма нахуй, всем известная. И вот хотел обратить внимание на качество литья, блядь. То есть видим вот этот буртик, блядь, ярко выраженный, вот этот. Каемочка, блядь, треугольная, нахуй. Блядь, как подлезть-то, нахуй. То есть здесь вот острая грань. Здесь острой грани нихуя нет, блядь. И вот качество литья. То есть здесь все чистое. Здесь такие вот ошлепки, ошметки, блядь. И сам облой вот на этих поверхностях, блядь, где обозначение цифровое. То есть я думаю, что качество очевидно. Поэтому меняем. То есть видим, здесь вот ярко выраженный такой вот бортик. На резине здесь его нихуя нет.
То есть пила отработала буквально совсем ничего. И сальники вот такие вот, блядь, стали нахуй. Ну это вообще, блядь, с какой-то набивкой, блядь, литола нахуй. То есть бери, ставь, блядь, все готово. Вот почему ДДЕ так не делает, хуё знает. То есть есть все шансы собрать сегодня движок. Поскольку у меня тут пару недель не будет. Так вам, прощальный видос, так скажем. Давайте вот так вот. На заглавное фото, блядь, видео. Вот так сделаем. Чик. Так. Вот так вот нахуй.